После трудового, довольно-таки тяжелого рабочего дня вечером захотелось себя побаловать чем-то вкусненьким, но не хочется заморачиваться. И вспомнила, что как-то покупала упаковку шоколадных маффин. Думаю, почему бы не приготовить? Что нам для этого нужно будет? Шоколадные маффины, сливочное масло и молоко. У меня Limba Jupiens 2,5%. Это маффины нашего местного производителя Добеле. Покупала я их в Реми, и стоят они около 2 евро. С обратной стороны упаковки все очень понятно расписано, как готовить, что добавлять. Нужно содержимое высыпать в емкость, добавить 200 мл воды, причем холодной, но я буду добавлять молоко, и затем добавляем 100 грамм масла. Подсолнечного или сливочного. Все перемешиваем, тесто оставляем на 10 минут. И затем после этого разливаем по формочкам и отправляем в духовку на 20-25 минут при температуре 180-200 градусов. Так что давайте готовить!